В Москве открывается первая глобальная конференция по туберкулезу. В ней участвуют представители десятков стран, которые наметят программу искоренения этого заболевания на планете. Российскую столицу выбрали местом проведения этого мероприятия благодаря впечатляющим успехам в борьбе с туберкулезом. Подробности у Александры Афанасьевой. Во время исследования вам будут говорить «вдохнуть и не дышать». Всей командой «исполнять». Несколько дней назад у Дмитрия начался кашель. Испугался, что туберкулез. Решил не медлить и пришел на обследование в ближайшую поликлинику. Результаты анализов и томографии отрицательные. Дмитрий здоров. В Москве самые низкие показатели заболеваемости туберкулезом. Почти в 4 раза меньше, чем в среднем по стране. Во многом это связано с реорганизацией работы городского центра борьбы с туберкулезом. В 2012-м центр превратился в большой клинический и научный комплекс. В него вошли 17 диспансеров и 1 больница. У нас на 38% снизилась заболеваемость постоянного населения за это время. И у нас существенно снизилась смертность населения от туберкулеза. И сейчас уровень смертности постоянного населения находится на самых низких цифрах в стране. И составляет 1,2 человека на 100 тысяч населения. Теперь проводится не просто лечение больных, но и профилактика тех, кто находится в зоне риска, тех, кто контактирует с инфицированными. Детально исследуется каждый очаг инфекции. Работают также мобильные флюорографы. Департамент здравоохранения Москвы регулярно проводит акции в парках и скверах. В этих передвижных станциях любой может пройти обследование на наличие палочки Коха – туберкулезной инфекции. Московские поликлиники оснащены всеми современными средствами и технологиями. И данные, которые были представлены департаментом, наглядно свидетельствуют о том, что работа проводится успешно. Важно, чтобы этот опыт перенимался и распространялся. И тогда, к 2050 году, число больных туберкулезом практически сойдет к нулю. Равильони утверждает, российская система лечения и профилактики туберкулеза – пример для подражания. Именно поэтому первую глобальную конференцию, посвященную ликвидации этого заболевания, ВОЗ решила провести в Москве. Александра Афанасьева, Анна Балан, Виктор Щербаков и Иван Скворцов. Вести.